Четверть века. Именно столько в нашем городе успешно работает детский сад номер 5 «Лесовичок». Торжественное собрание, посвященное 25-летнему юбилею, состоялось в социально-культурном центре «Луч». За годы своего существования это учреждение дошкольного образования выпустило в жизнь сотни талантливых выпускников. Примечательно то, что многие из них, а также их родители, приняли участие в концерте к юбилею. Детский сад был открыт 1 апреля 1991 года, когда им руководила Татьяна Александровна Мурашова. В зале присутствовали ветераны, некоторые из них работали с самого открытия дошкольного учреждения. Хотели как бы почествовать весь коллектив, всех тех людей, которые работали прямо с открытия детского сада. Это были, безусловно, ветераны педагогического труда, все те люди, которые работали у нас. Эстафету приняла после Татьяны Александровны уже система такая налаженная, и у меня замечательный заместитель Чистякова Тамара Александровна, которой я очень благодарна. Лесовичок – детский сад комбинированного типа. Его посещают 295 детей, как обычных, так и талантливых, а также и тех, у кого есть проблемы с развитием. В пятом саде воспитывают и развивают всех. Здесь сформированы группы, среди которых 4 для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 2 для детей с общим недоразвитием речи и 2 для детей с задержкой психического развития. По работе логопедических и коррекционных групп в детсаде накоплен большой опыт. В детском саду функционирует консультационный центр для оказания психолого-педагогической, методической помощи родителям не только детского сада, но и родителям, чьи дети не посещают детский сад, и они могут за этой помощью обратиться в наше учреждение абсолютно бесплатно. С сентября месяца в детском саду номер 5 «Лесовичок» будут оказываться и платные услуги. В настоящее время оформляется их лицензирование. Будем детей обучать читать и продолжать в общеразвивающих группах ставить звуки, то есть работать с речью детей, над речью детей. В штате садика 64 работника, половина из них педагоги, среди которых 55% с высшим образованием, у 48 первая и у стольких же высшая категория. Коллектив достаточно сильный, творческий, работает очень профессионально. Родители очень довольны. Наград у нас очень много, я их не буду перечислять. В этом году в конкурсе «Педагог года» наш воспитатель Зарякова Татьяна Ивановна заняла первое место на муниципальном уровне. В 2015 году мы стали победителями муниципального отбора, так как детский сад является пилотной площадкой. Вот, в этом конкурсе приняли участие. Также в методическом конкурсе города мы также заняли призовые места. Лесовичок поздравляли многочисленные гости и коллеги из других детских садов. Свой дорогой коллектив я поздравляю с днем рождения детского сада. Конечно, пожелать хочу огромных творческих сил, энергии неисчерпаемой, здоровья, новых побед и, конечно, творчество.